Когда родительское счастье умножается сразу на три. В Волгоградском перинатальном центре родилась первая в этом медицинском учреждении тройня. У супругов Щербаковых семья пополнилась двумя мальчиками и девочкой. Мама и новорожденная чувствуют себя хорошо и принимают многочисленных желающих посмотреть на большое семейство. Среди посетителей оказалась и наша съемочная группа. Впечатлениями поделилась Анжелика Антипина. Щербаковы настраивались на второго ребенка и спорили, кто будет, мальчик или девочка. Но результат превзошел ожидания в три раза. В конце августа родилась еще одна дочка и двое сыновей. Получается, угодили всем, шутит мама Виктория. А несколько месяцев назад новость во время УЗИ застала врасплох. Ведь в роду были максимум близнецы и двойняшки. Эмоции у меня неоднозначные, у папы однозначные. Он был очень рад, наш папа, и сказал, что будем рожать и воспитывать. Ну, а я, как любая женщина, которая не ожидала такого поворота, естественно, смех сквозь слезы был. Сейчас в палате не вся тройня, только сыновья Александр и Виктор. Засыпают и просыпаются в одно время, и даже спят похожим образом, удивляется мама. И при рождении они весили одинаково, по 2,5 килограмма. А малышка Аня всего 1,8 кг, и потому она все еще в специальном отделении. Сама по себе тройня, она предполагает рождение детей с несколько меньшей массой тела, нежели ребенок, который развивается внутриутробно один. Поэтому у этой тройни тоже есть самый маленький представитель, который по-прежнему еще находится в кювезе и нуждается в выхаживании. Близкие родственники радостно делают покупки для новорожденных и составляют график ночных дежурств. Старшая дочь Лиза тем временем пошла во второй класс. Она все месяцы говорила с маминым животом и ждала с нетерпением, говорит Виктория. Последняя картина Лизы получилась особенно яркой. Девочка изобразила семью в полном составе, а многодетный папа уже строит совместные с сыновьями планы. Но он их на футбол собирается вести. Тут, извините меня, в 2018 году у нас чемпионат мира будет проходить. И я задала его вопросы. Говорю, поведешь своих? Он говорит, не то слово. Я так не могу этого дождаться момента. Считается, что тройня приходится на 30 тысяч родов и появляется один раз в 3 года. Но случай Щербаковых еще уникальней. Все малыши разнояйцевые. Я свою старость вообще видела всегда дом, стол, много детей и внуков. Вот почему-то вот я видела, видите, сбывается. Вот только жилищный вопрос еще предстоит решить. Семья Щербаковых живет в 2-комнатной квартире. Но, возможно, для такой исключительной семьи местные власти сделают приятное исключение. Анжелика Антипина, Василий Кострыкин, телекомпания.